Отпуск, наверное, у тебя будет этим летом. Наверное. А у меня слово. Будет, кстати, путешествие небольшое уже на следующей неделе. Опять? Да. Ты что, только приехал? Да как-то, что ты рассказываешь-то? Нет, неправда. Да, отпуск — это хорошо, путешествие классно. Поэтому у нас есть такая рубрика, не знаю, такой проект, который называется «Отпуск с ТВК». В чем его суть, лучше всего расскажет Екатерина Евгеньевна. Суть в том, что мы хотим с вами в отпуск съездить куда-нибудь, хотим с вами поболтать про ваш отпуск и просто хотим пообщаться, больше дать вам времени эфирного. Если вы куда-то отправляетесь этим летом, либо вы вернулись из поездки, давайте созвонимся в прямом эфире, и вы нам расскажете, где вы были, что вы делали. Я готов. Что, сколько стоит, какие есть секретики, возможно, подсказочки будущим путешественникам. Чтобы с нами вот в таком формате пообщаться, нужно нам в одну из социальных сетей написать. Мы есть везде, просто стучите в директ и говорите: а я вот вернулся с Алтая. Так вернулся-то не подойдет. Почему? Можно. Можно? Конечно. А я думал, что как нужно делать, что ты планируешь куда-то поехать, пишешь нам в соцсети, допустим, с хэштегом «Отпуск ТВК». Да, помогите, чуть не хватает. Нет, буду там-то, такие-то даты. Давайте запланируем созвон. Если есть такая возможность, это максимально круто и классно. Да. Я же не против, что берите нас с собой. Будем созваниваться, будем общаться и будем дарить друг другу информацию. А потом... В прямом эфире можно будет пообщаться, правильно? Да, на экране будет. Созвонимся, пообщаемся. Ну, классно же будет. Крутяк. Поэтому напишите нам о своих планах. Ну, а я пока за кадром порасспрашиваю Руслана Токмакова, куда же он опять намылился. Та не сидит, само на месте дома.